В Шымкенте восстановили пассажирское железнодорожное сообщение, прерванное после схода поезда. Сегодня ночью с рельсов сошли 13 вагонов. Еще один упал во время ремонтно-восстановительных работ. На месте работает наша съемочная группа Катерина Попкова с последними подробностями. Движение поездов на станции Шымкент восстановлено. Чтобы расчистить пути, специалистам понадобилось более 10 часов. Все это время, по данным департамента ПЧС, в ожидании томились почти 1500 пассажиров. Сейчас один путь полностью восстановили. Перед нами только что проехал пассажирский поезд, двигающийся по направлению Актобе-Алматы. Ремонтно-восстановительные работы еще продолжаются на втором пути. Из-за схода вагонов, который произошел ночью, остановились 7 пассажирских поездов, а также 10 грузовых, но рельсы повреждены не были. Давайте послушаем, что нам сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время у нас на станции Манкент стоит 2 поезда. Из этих поездов мы местным исполнительным органом, акиматом, организовано автобусы, которые приезжают до станции, до города Шымкент, уже организованы, перевозку делают на автобусе. Причину схода вагонов специалисты не называют, даже предварительную. Однако они обещают, что все последствия полностью будут устранены в ближайшее время. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бикмуратов, Шымкент, Хабар 24.